На предыдущем видео этой рубрики вы набрали 4000 лайков. Спасибо вам огромное. Помимо этого, теперь у меня на канале 10 тысяч, поэтому я заслужил заработать на еду. А спонсор этого ролика OG01 Let's Play. Как вы могли понять по названию, он снимает летсплей. Куда ты улетел? В общем, вот его каналы, рекомендую подписаться, ссылка в описании. Всем здравствуйте, сегодня я вам расскажу, можно ли играть в шутеры на телефоне. Потому что я по сей день думаю, почему многие люди так любят делать копии CS на телефон, и, собственно, другие люди любят играть в это. Ведь играть на сенсорном экране, это все равно, что на трекпаде, это вообще неудобно. Но я бы так не спешил с выводами, я все-таки снимаю мобильный гейминг, и мне нужно оправдаться. Давайте-ка я попробую поиграть в CS на трекпаде. Вот моя топовая мышка, на самом деле я ее покупал за очень дорогую сумму, а вот, собственно, сам тачпад. Мне кое-что получилось раздать, поэтому сейчас я вам покажу это. Я думаю, у вас полностью отпали сомнения, что на сенсоре удобно играть. Поэтому давайте скачаю какой-то шутер на телефон. Причем прикол в том, что я не нашел в категориях Play Market вкладку шутеры. То есть Google сами понимает, что шутеры на телефоне это тупо, но почему-то принимают эти игры. Почему? В общем, я решил поступить по-другому, написал Counter-Strike, и мне показало очень много всяких копий. Они, естественно, однообразные все, я не знаю, я поиграл в них, вообще никаких отличий не нашел, кроме как немного оформления сменено, да и все. На самом деле, если кто не знал, на телефоне есть Counter-Strike 1.6, которую полностью портировали на Android. Странно, что ее еще не добавили в Play Market, как, например, GTA. Наверное, это потому, что CS переносили не Valve, а какой-то другой разработчик. Честно, понятия не имею. К сожалению, на телефоны перенесли только версию 1.6, то есть вы не сможете найти ни Condition Zero, ни Source, да и вообще ни ху. Ну вы поняли. Давайте я уже попробую во что-нибудь поиграть. Многие хвалили Critical Ops, якобы это офигенная игра. Давайте я попробую скачать ее и заодно скажу, каково это играть на телефоне в шутеры. Ладно, заранее скажу, что это абсолютно неудобно, и если у вас есть ПК, то играйте на нем. К слову, у этих игр, которые по определению неиграбельны, у них больше 10 миллионов скачиваний. Какое, блядь, пиздец. Чтобы вы понимали, у всяких веселых копий Subway Surfers по 1 миллиону, чувствуете разницу? Ладно, думаю, мое мнение вы поняли, предположим, что человек подключит к телефону геймпад и будет играть. Давайте посмотрим на сами игры, собственно. Попробую скачать лучший клон, по мнению людей и также ютуберов. И первое, что бросается в глаза при ее запуске, вот этот запрос. Чуваки, если вы не видели предыдущее видео, то посмотрите, я там объяснил, что это значит, поэтому я даже настаиваю, чтобы вы после этого видео посмотрели предыдущее. Вы, наверное, подумали, что я сейчас начну обсирать эту игру, но нет. Она мне довольно-таки понравилась, все это время на фоне я играл в эту игру, и вы, наверное, уже успели оценить ее. Лови пенек, давай. Ух ты ж, блядь. Быстро пробежимся по игре, так же как и в CSGO есть кейсы, настройки прицела и впрочем это просто клон CSGO, но с другим дизайном и графикой. Графика, к слову, тут как в Counter-Strike Source. Вообще игра довольно прикольно смотрится, жалко ее нет на ПК, я бы даже хотел попробовать поиграть в этот шутер не на сенсорном экране. Но многим и так нормально. Реально, не поверите, но я даже видел людей, которые убивают в этой игре. Знаете, мне даже обидно, что эта игра настолько нормальная, что мне даже постебать ее не за что. А разве что управление и звуки. Звуки тут, в общем-то, как и измененные звуки в CSGO. С остальными копиями также, поэтому даже сказать нечего. Поэтому еще раз скажу, играйте в шутеры на ПК! Думаю, вы меня поняли. Чуваки, извините за такой видос, серьезно, я понимаю, то, что он не очень, хотя при ведущем видео я также думал, но оно почему-то зашло. Просто, чтобы вы понимали, я заснял порядка 3 видео, и 2 из них мне не понравилось. А вот надеюсь, хотя бы это мне понравится, оно зайдет, и я буду очень рад, чуваки. Надеюсь, вы наберете хотя бы 500 лайков.
Реально, я очень буду рад. И еще раз всем спасибо за 10 тысяч подписчиков. Неистовая вам благодарность, чуваки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И, собственно, всем пока.